Вот видно, какое огромное дерево по моей тени. Оно в диаметре 1.5 метра, 2-3 метра с половиной. Вот то верхушка стенка. Увиденное немножко расстроило меня. Скорее всего, дерево уже поражено грибным таким, так сказать, заражением. И, вероятно, оно уже постепенно и, впрочем, неизвестно, сколько оно еще проживет, но, судя по всему, это грибное поражение, и оно постепенно убьет это дерево. Впрочем, умирание деревьев могут длиться десятки лет. Вам, по крайней мере, в несколько раз дольше, чем умирание человека, пораженного тем же самым так называемым грибком или раком. В описаниях нашел, что одним из процессов отмирания деревьев с участием штабельных грибов является задыхание или прелость. Поражается им именно вот такая лиственная древесина. Ну что ж, идем. Возможно, все тут совершенное – это способ спасти дерево. Так как вот я нашел такие описания, что в срубленном дереве, как правило, дальнейшее развитие этого порока не происходит. Встречается внутренняя темнина у всех пород, как в ядре, так и в спелой древесине. И в ложном ядре может вызываться как дерево окашивающими грибами или слабыми разрушителями, так и активными дерево-разрушителями, являясь в этом случае начальной стадией гнили. И потому, когда механические свойства дерева изменяются, портится, конечно, его внешний вид, но повышается водопроницаемость, что может благоприятно в дальнейшем влиять на судьбу этого дерева. Ну что ж, дерево, еще поживем, наверное, будем надеяться, а не так, как у Тувима. Где ты, ветвище, сумрачным кровом, где затаилась замерзшим зовом? Может, удастся нам повидаться, прежде чем станешь гробом тесовым? Надо найти мне ствол обреченный, вросший корнями в грунт этот черный, где гробовое шепчешь листвою. Ищет напрасно твой нареченный, вздохом окликни душу родную, в сумерках бора, где я горюю, вздохом могучим перед беззвучием, прежде чем
ляжем в землю сырую, подцветем еще порастем дерево. Так, друзья, самонадеянно видеть мир, будто бы ты сам только о нем заботишься. Есть еще добрые люди, и они тоже прилагают все усилия, чтобы сохранить этот мир в его красе.